Ваши аплодисменты, дорогие гости, наша пара в полном составе. Невесту вы дождались все-таки. Готовы ли вы, легко и не раздумывая, дать друг другу клятву любви и верности, которая подтвердит ваше взаимное желание стать мужем и женой? Готовы. Когда мне будет 85, когда по дому буду тапочки терять, в бульоне размягчать кусочки хлеба, лизать излишне длинные шарфы, ходить, держать за стены шкафы и долго-долго вглядываться в небо, когда все женское, что мне сейчас дано, истратится, поблекнет, все равно свои седые букли буду чесать, чтобы быть красивой для тебя и 85. Данечка, ты готов стать моим мужем? Да. Когда мне будет 85, когда я буду тапочки твои искать, ворчать на то, что трудно мне сгибаться, носить какие-то безумные шарфы, которые для меня связала ты, а утром, рано просыпаясь до рассвета, прислушиваясь к дыханию твоему, вдруг улыбнусь и тихо обниму. Когда мне будет 85, с тебя пылинки буду я сдувать, твои седые букли поправлять и вместе за руки по сфере погулять. Марина, согласна ли ты за меня выйти замуж? Да, согласна. Ура! После этих слов я уже могла бы объявить вас мужем и женой. Потрясающие слова, просто, берет за душу и за сердце. Но в народе считается, что только становясь на свадебный рушник, ваше взаимное согласие благословляется небесами. Я попрошу уважаемых свидетелей расстелить перед молодыми свадебный рушник. Приглашаю вас чистой искренней душой ступить на него. Вы стоите на перекрестке двух судеб, где дальше перед вами расстилается широкая жизненная дорога, на которой вам встретятся и радость, и уют, звонкий детский щебет, мечты, надежды и хлопоты. Я приглашаю скрепить ваш семейный союз подписями. Государственным актом о браке и семье утверждается, что Савинов Данил Александрович и Васильева Марина Константиновна отныне и по взаимному согласию являются мужем и женой. Объявляется о совместном желании супругов носить общую фамилию Савиновы. Прошу поздравить друг друга крепким поцелуем. Гости, первый раз кричим «Горько!» «Горько!»